8. На первом помосте работает Иванов Красимир, представитель из Болгарии. На втором помосте Батяев Аркадий, Республика Чувашия. На третьем помосте Суханов Владимир, Приморский край. Четвертый помост Полотничок Александр, город Москва. А тут был бассейн? Нет, бассейн дальше. А, дальше был. Да. А что, можно вот так гирю держать? На это? На плечах? Спортсменам окончен подготовку к ним. Судим, обновили счетчиками. Что-то они какие-то рекорды личные ставят. А, вот. На первом помосте выступает Сапиканов Алексей, Ставропольский край. На втором помосте выступает Шамара Леонард, Москва. Третий помост Захаров Александр, Смоленская область. Четвертый помост Левченко Игорь, Республика Крым. Тридцать секунд. Пять раз левый давай. Четыре раза. Сто два. 20 секунд. Молодец, молодец. Еще давай. 15. Идет нормально.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Свое выступление окончил первый помост Сапиканов Алексей с результатом 80 подъемов. Третий помост Захаров Александр с результатом 105 подъемов. Пятый поток. Время на подготовку гимн. Сколько минут? 1. На первом помосте работает Решетников Владимир, Забайкальский край. На втором помосте Белоград Федор, Ставропольский край. На третьем помосте работает Полевенко Сергей, Республика Крым. Четвертый помост Терещенко Кирилл, Краснодарский край. За первое место весовой категории 68 килограмм награждается Дурмидонов Александр. За второе место весовой категории свыше 85 килограмм награждается Ковач Александр. За первое место в этой же категории награждается Сычев Алексей. Это 24-ки? А, да. Это наши. Спасибо.
Восьмерка? Шестой поток. Время на подготовку гимн. Шестой поток. На построение. Малахов Геннадий, Ковач Александр, Петров Вячеслав, Молотов Сергей. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт.
На первом помосте работает Малахов Геннадий, Ростовская область. На втором помосте Ковач Александр, Ростовская область. На третьем помосте Петров Вячеслав, Ставропольский край. На четвертом помосте работает Молотов Сергей, Республика Крым. Свое выступление окончил первый помост Малахов Геннадий с результатом 21 подъем. Второй помост закончил свое выступление. 72. Ковач Александр с результатом 72 подъема. Седьмой поток. Перевыполнил. Время на подготовку гимн. Ваше впечатление. О, очень хорошо. Особенно, как это поставил Ири. Андрюшка. Седьмой поток. Обещал 60. План перевыпал. Рудиков Владимир. Захаров Александр. 60. Великов Евгений. Время на подготовку гимн. 50. Молодец, так держать. А 72. Время на подготовку гимн. Вы гири уберите из помоста и там готовьте. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Коробейников Владимир, Красноярский край. На втором помосте Рудиков Вадим, Ставропольский край. На третьем помосте Захаров Александр, Смоленская область. На четвертом помосте Беликов Евгений, Ставропольский край. Свое выступление окончил четвертый помост Беликов Евгений с результатом 55 подъемов. Свое выступление окончил второй помост Рудиков Вадим с результатом 51 подъем. Благодарю за просмотр.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!